Владимир Волков обсудил с инициативной группой жителей этапы реализации проекта по благоустройству парка в деревне Марусино. Новая рекреационная зона появится уже в этом году. Каким хотят видеть парк жители, узнала наша съемочная группа. Появление рядом с рекой Чернавкой современной зоны отдыха жители Марусино ждали давно. Теперь мечта претворяется в реальность. Всю рабочую документацию, всю подготовительную работу будет проводить подрядчик. Подрядчик, мы, как правило, работаем только с теми, кто не вчера появился, ни у кого уставной капитал 10 тысяч рублей, а проверенные компании, которые работают десятилетиями на территории Московской области. Поэтому наша задача сегодня обновить вот эту идею, которая есть, реализовать ее абсолютно точно, я вот ответственно заявляю, в этом году. В первую очередь в парке организуют место для детского отдыха и игр. Жительница Заречной улицы Татьяна Кузьминская просит обустроить дорожки для занятий скандинавской ходьбой. Чтобы с палками вот не между домами ходить, а здесь дорожки были. Наверное, набережную благоустроить, реки Чернавки тоже. Частица Марусина должна быть. Именно вот красивая частица, чтобы запомнилась, чтобы глаз радовала. Зона отдыха, скамеечки – это однозначно. А еще цветы, много цветов. Я люблю цветы выращивать. Я с удовольствием какие-то цветы принесла здесь, посадила. Обустроят спортивную и пляжную зоны, установят детский игровой городок, создадут площадку для культурно-массовых мероприятий по периметру, освещение и видеонаблюдение. Здесь, значит, будет разбито на несколько зон с учетом парковочных мест. Люди смогут приехать, припарковать свои автомобили и провести свой досуг в данном месте, когда это будет благоустроено. Будут как спортивные дорожки, так и места для отдыха спокойного, плюс будет предусмотрена зона барбекю. Проект рекреационной зоны, общая площадь которой составит почти 1,5 гектара, будет готов через месяц. В конце апреля подрядчик приступит к подготовительным работам. Осенью парк примет первых посетителей. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.